Дали машину, все приняли, мы взяли, никто не опоздал. Так что теперь идем на регистрацию. Вот запаковал свой багаж. Прикольный кокон получился, да? Если вы тоже запаковываете свой багаж в аэропортах, ставьте лайки. Вот мы добрались до самолета. Теперь нам предстоит более 5 часов лету до Катара, пересадка в Дохе и еще около 5 часов до Москвы. Система видеоигр. По-моему, тот же самолет, что мы и сюда летели, да? Продолжаем свой полет. Наступил обед в самолете. И вообще сегодня целый день предстоит питаться в самолетах. Рис с рыбой, салат с рисом, печенька, какой-то десерт, хлеб, кола. У нас красное вино, тоже рыбка, сыр «Дружба». Мягкая посадочка. За бортом минус 23 градуса. Разница повышается около 50 градусов.
что больше. Испытание для организма. Плюс 30 до минус 23. Вот я купил билет из Москвы до Киева. До вылета остается 2 часа. И прибуду в Киев я даже раньше, чем вылечу отсюда. Совсем скоро я уже буду дома. А в Москве, между прочим, минус 25 градусов. То есть перепады температуры у меня получается более 50 градусов. Вот я и дома. Аэропорт Шуляны. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале и, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!